Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. И сегодняшнее видео посвящено началу моей новой работы над проектом, над большим таким проектом по набору от фирмы Анкор Майя. Это вот такой замечательный набор «Рождественский мост». Давно-давно я на него собиралась, вот как раз закончила, как вы знаете, все свои сложные работы, и теперь время пришло приступить к еще одной сложной работе. Почему я считаю ее сложной? Ну, давайте об этом уже дальше поговорим. Работа большая, ну, как большая? Она большая в моем понятии, потому что я не вышиваю каких-то огромных там хаедов и так далее. То есть эта работа размером будет 35 на 45 сантиметров. В общем-то, для меня довольно большая, тем более тут зашивка практически полная. Конечно, есть полукрест, но все-таки есть над чем потрудиться. Набор считается, в общем-то, непростым. Дизайн разработан по картине Томаса Кинкейда. Вы знаете, что у нас довольно много фирм разрабатывает эти сюжеты, но я считаю самыми удачными из них, опять же, конечно, не считая, может быть, каких-то хаедов, голденкайтов и так далее, разработки фирмы Анкор. Ну, вы видите то, что у нас должно получиться. На обложке у нас, конечно же, отшив представлен. И давайте посмотрим, что у нас входит в набор. Итак, я, конечно, уже сняла обложку. Обложка довольно большая, вот такая, ну, просто чтобы она вам не отсвечивала, она толстенькая, потому что ниток здесь достаточное количество. Да, ниток много. Итак, давайте же начнем. И что мы видим? В этот набор у нас входит замечательная канва 16-го каунта, цвет голубой лед. Очень симпатичный цвет, но, скорее всего, вернее, даже уже точно, абсолютно, я эту канву буду менять. И буду менять я ее на равномерку, потому что считаю, что этот сюжет будет лучше всего смотреться на равномерке, потому что все-таки есть незашитые, во-первых, места. Во-вторых, очень много в этом наборе четверть креста, три четверти и четверть креста, и, конечно, удобнее вышивать такие недокрестики, да, полукрестики, вернее, три четверть крестики на ткани равномерном переплетении. Также здесь очень много бэкстича, так что ткань я эту меняю, и попозже я покажу, на что я поменяю эту ткань. Теперь посмотрим на ниточки. Вы видите, конечно же, в наборе у нас присутствуют ниточки Анкор. Как всегда, фирма Анкор в свои наборы кладет частенько вот такие вот неразобранные моточки. Вы видите, здесь их огромное количество. И также, помимо моточков, нам, конечно, вот на планшетках в виде перекиданных просто ниточек предлагаются цвета. Я, честно говоря, не люблю планшетки, мне не понравилась вот такая система, здесь легко запутаться, и, конечно же, буду я это все дело переорганизовывать. Как вы видите, в наборе у нас присутствует еще и крейник. Сколько же у нас цветов в этом дизайне? А в этом дизайне у нас 40 цветов, ну, в том числе крейник. Дальше мы с вами посмотрим на ключ и посмотрим, какие здесь стежки присутствуют. Так что вы видите, ниточек довольно много. Видите, вот, кстати говоря, они вот на концах перетянуты такими резиночками, чтобы не путались. Нарезка вполне длинная, то есть все меня вполне устраивает в плане ниточек. Ну, единственное, что, конечно, не совсем удобно будет, надо будет вот эти все нитки порезать и навесить на органайзер. Значит, что у нас еще вложено? Вложен вот у нас такой симпатичный конвертик, в котором лежит иголочка и нитевдеватель. Очень приятно, очень так эстетично смотрится, мне нравится. Запечатан, конечно, конверт, чтобы это все дело не потерялось, как обычно, например, у меня бывает. Давайте посмотрим. Иголочка одна. И нет, иголочек две для бэкстича и для вышивки. И вот такой вот, конечно, самый-самый дешевый, самый тоненький нитевдеватель. Ну, я, как правило, нитевдевателями не пользуюсь, но все равно очень приятно, что фирма о нас позаботилась и вложила вот такое вот такое приспособление. Вот здесь вот картоночка, на которая придает упругости, да, нашему набору, чтобы там ничего не помялось. Так что вот смотрите, такая комплектация. Конечно же, в набор входит у нас схема. Анкор фирма на задней стороне своей части наборов, вот она предоставляет такую краткую информацию, которая очень полезна. То есть мы из этой информации видим, что у нас вложена Аида 16-го каунта, цвет голубой,
Размер работы 35 на 45, ниточки анкор, значит, уровень сложности троечка. Честно говоря, я не знаю, ну, наверное, судя по количеству места, то есть это самый сложный набор. Вот так вот представлена схема, то есть она цветосимвольная, ну, даже такая схематичность цветосимвольная, да, то есть она не вся раскрашена. Вложена у нас иголочка и нитевдеватель, и посмотрите, пожалуйста, указывает фирма Анкор, что у нас присутствует 3/4 креста и фрузелки в работе. То есть работа действительно довольно сложная. Итак, давайте вернемся к нашей схеме. Схема представлена на 4 листах, и что очень приятно, фирма Анкор разбивает нам схемы на схемы с бэкстичем и схемы без бэкстича. Вот, пожалуйста, на 4 листах есть схема без бэкстича. И, соответственно, на обратной стороне у нас идет схема с бэкстичем. Бэкстич, как я уже сказала, огромное количество и очень много. Здесь 3/4 креста. Видите, вот какие вот сложные участки будут. Поэтому, конечно, я вот и задумалась о том, чтобы поменять эту канву на что-то более податливое для такой сложной схемы, на равномерку. Ну, я вам сейчас схему всю листать не буду, да, вот поверьте мне, что 4 листа. И, собственно говоря, это будет даже указано в ключе. Ключ у нас представлен на отдельном листочке. Вот у нас показано, что схема состоит из 4 листов. И вот он наш ключ. Как мы видим, как я уже, да, сказала, 40 у нас оттенков ниточек анкор. Вышивается крестом в 2 сложения, в том числе крейник. Полукрестом в 2 и в 1 сложение. Бэкстич у нас, сколько у нас тут бэкстича? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 цветов бэкстича. И самое интересное, видите, в 1 сложение берется, да, но тут вот, судя по всему, еще в один вид бэкстича добавляется крейник, то есть, ну, практически в 2 сложения. И вот они у нас идут, наши фрузелки, в 2 и в 1 сложение тоже, вот плюс крейник. Так, крейник, 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 да, вот идет бленд, 2 бленда у нас идет вместе с крейником. Ну, крейник хороший, ниточки довольно послушные, металлизированные. Я думаю, с ними проблем, по крайней мере, я очень на это надеюсь, не будет. Какой цвет? Я думаю, что это... У меня есть такие, короче, ниточки, я не помню, какой там номер. Ну, самый распространенный, которым вышивается снег, как правило. А снега у нас здесь, конечно же, огромное количество. Очень будет интересно. Ну, так как в итоге у нас канва вложена все-таки голубого цвета, да, и буду заменять я, конечно, на голубой цвет, у нас не, мне будет, думаю, не очень сложно. Так, если белым по белому вышивать, конечно, можно замучиться, а так вполне себе можно будет справиться. И вот если мы посмотрим на превью, да, работы, мы видим, что начиная с неба, вот так вот идет все полукрест. Все остальное вышивается крестом. Ну, вот здесь вот тоже, видите, полукрест. В общем-то, полукреста достаточно, не сказать, чтобы его много. Но я думаю, что вот эти вот легкие места, они компенсируют сложность, вот, допустим, мостика, домиков и так далее. И вы знаете, я еще хотела вместе с вами посмотреть. Давайте посмотрим, найдем с вами небо. Хотя, наверное, на схеме я смотрела, полукрест, он никак там особо не обозначается. Вы знаете, и нет особо-то практически полная зашивка, потому что я думала, что вот здесь вот не зашивается, видите, а здесь тоже зашивается цветом. Так что практически вся полная зашивка идет. Ну вот, есть какие-то отдельные пустые клеточки, но их очень и очень мало. Так что полная зашивка, так что работы здесь, конечно, достаточно. Я думаю, что затянется у меня это все надолго. Сейчас я перейду к организации этого процесса. А, нет, давайте я вам сначала покажу, на что я хочу поменять вот эту вот канву красивого голубого цвета. Кусок, кстати, здесь огромнейший.
А буду менять я на такой же голубой цвет. Ну, чуть-чуть потемнее. Но это Belfast 32-го каунта. Так как у нас канва 16-го каунта, каунт у меня будет соблюден. И, соответственно, я кусочек взяла 55 на 65 сантиметров. Цвет 562. Это у нас голубой лед. Я, в общем-то, честно говоря, планировала вышивать не на льне, а на мурана, то есть на хлопке. У мурана тоже есть такой цвет, но он смотрится совершенно по-другому, абсолютно по-другому, он просто другого оттенка. И вот когда я увидела вот этот вот лен, я все-таки решилась вышивать именно на льне. Думаю, ничего сложного не будет, думаю, нигде у меня как не перекосит канву, потому что, вы знаете, я сначала очень сильно сомневалась, но думала, все-таки лен такая жиденькая ткань, будет ли держать такую огромную работу. А потом подумала, у нас девчонки вышивают вот сэмплеры лонг-доги, просто огромнейшие, которые значительно больше этой работы, на льне. И у них все прекрасно держится, ничего не косит, хотя там, конечно, и крест, но кто-то вышивает, кстати говоря, и петитом, и полукрестом, и ничего не перекашивается, все прекрасно держится. Так что вот я как-то особых у меня таких опасений нет, что это лен и что что-то как-то будет неправильно. И опять же, есть у нас рукодельницы, в общем-то, и я меняла, хотя и маленькую работу на равномерку, да, тот же Dimensions. И, в общем-то, мне, честно говоря, вот просто больше нравится вышивать на равномерке, чем на канве. Хотя канва, конечно, здесь классная, очень интересная. И вполне возможно, что в дальнейшем я ее где-то приспособлю. Вот если бы не большое количество 3/4 креста и бэкстича, я бы, конечно, даже не задумывалась, вышивала бы на этой канве. Ну, посмотрим. Конечно, буду вам рассказывать свои впечатления, буду говорить все честно. И, конечно же, в конце этой работы мы с вами честно и откровенно поговорим, жалею ли я о том, что выбрала именно лен, или не жалею. Прежде чем показать вам свою организацию, я хотела бы сказать, что этот набор я не стремлюсь вышить какой-то дате или какому-то числу. Я осознаю, что довольно большой для меня набор и довольно много работы, и я буду вышивать его очень не торопясь, примерно вот так же, как я вышивала свои лимоны от Фуджика, то есть уделяя там, ну вот, конечно, по настроению, когда будет настроение, буду вышивать, не будет, значит, буду вышивать какие-то другие работы, то есть никакой конкретной дате, ни в коем случае не к Новому году я эту работу не хочу вышить, там ни к весне, ни к чему-либо. Ну, к весне, конечно, хотелось бы вышить. Но, в общем-то, особо с этой работы не буду торопиться. Вот она у меня. Мне очень, кстати, понравилось, вот как у меня шли лимоны. Хотя, конечно, и долго, но с очень большим удовольствием и с большим желанием. Вот когда мне хотелось, я садилась, когда у меня было достаточно время, потому что, еще раз говорю, сложные схемы лучше вышивать с таким, с полным погружением. Но, опять же, загадывать не буду, вдруг мне сейчас так понравится, что я как махну, так к Новому году и закончу эту работу, что, конечно, очень сомнительно. Так что вот, мои дорогие, я сейчас пойду организовывать этот процесс, и через секунду вы увидите уже мою организацию. И я снова с вами. Для вас прошла секунда, для меня прошло огромное количество времени, по-моему, 2 часа я потратила на эту организацию. Что-то меня мотало в разные стороны, но вот, наконец-то, я определилась, и вы перед собой видите натянутый лен. Натянул я на куснапы, как стандартно. В общем-то, самый мой любимый способ – вышивать на куснапиках. Кусок огромный, под куснапы не залезает, поэтому буду как-то, наверное, подкалывать этот кусок. Сейчас я его просто там свернула, ну, чтобы более эстетически смотрелось. А так, наверное, буду как-то подкалывать или что-то еще делать, куда-то прятать эти куски. Начинаю я в этот раз с нижнего левого угла, как обычно. В общем, не буду извращаться, как обычно все сделаю. И почему же у меня затянулась организация? Потому что, как вы видели, ниток очень много, не перемутанных много. И, конечно, это заняло время. Давайте быстренько расскажу. Размечать я буду, как всегда, акварельным карандашом, в данном случае это вот сибирский кедр, зеленым цветом. Вот видите, я здесь уже пометила, очень хорошо он по льну рисует, и, в общем, при хорошей заточке лен тоже удобно размечать. Единственное, что для того, чтобы сошла эта разметка, приходится, чтобы немножечко подольше полежало в воде, чтобы этот акварельный карандаш полностью растворился. Так, дальше.
как всегда, у меня пластиковые платочки из Икеи, иголочки, магнитики, это все как обычно. И вот мои нитки. Организовала я их на такой вот органайзер, как всегда, с мягкой парковушкой. Очень удобно, в общем-то, привыкла я к такой организации и буду ей пользоваться. И хотела бы я заметить вам, помните, я в прошлом видео, когда я заканчивала свои лимоны от Фуджики, показывала вот эту вот свою большую палетку тоже, да, покупную, и рассказывала, что лучше всего будет зашкурить вот эти вот все места, потому что нитки, собственно говоря, очень сильно задирались, да, вот на этих, на острых местах. В общем-то, большое количество времени я потратила, чтобы вот эту палетку подготовить. Видите, она вся зашкурена, все вот эти вот внутренние, вернее, даже внешние уголки я стесала, зашкурила очень хорошо. Теперь прям вот ее приятно брать в руки, она такая шелковистая, то есть с одной и с другой стороны. И вот если вам разница будет видна сейчас, вот вы видите, какие здесь острые края вот на необработанной палетке, и какие вот здесь вот гладенькие. То есть я все это обработала. Конечно, это огромное количество времени, но не то чтобы огромное. Конечно, минут 15-20, но максимум полчаса это заняло. Сначала я прошлась шкуркой, а потом, ну просто вот для кому-то информации, вдруг кому-то пригодится, вот эти внутренние части я шлифовала вот такой машинкой шлифовочной. Вообще, по-моему, это для... Я не помню, у меня муж ли что-то покупал, но он не использует ее, использую я, как правило, что-нибудь вот такое зашлифовать, вот в частности, вот такие вот круги, очень удобно. И тут меняется скорость, заказывали на AliExpress, если кому-то просто интересно, потому что вещь очень полезная, часто пригождается в хозяйстве снять какой-то слой чего-то вдруг, если там клей какой-то присох или что-то, очень удобно вот пользоваться. Электрическая, не на батарейках, поэтому... всегда у меня такая вещь в ходу. Я не знаю, может быть, это вообще для ногтей даже штучка. Ну, конечно, я сомневаюсь, но, наверное, для ногтей вот такие, знаете, есть аппаратики. Наверное, тоже можно использовать, если не боитесь испортить. Я для ногтей, конечно, не пользуюсь, но вот для всяких таких штучек очень у меня вот эта вот вещь в активном использовании. Ну, это так, просто к слову сказать, вдруг кому-то будет интересно. Но в любом случае, я всем, кто пользуется такими палеточками, всем-всем советую обязательно зашкурить хотя бы шкурочкой, хотя бы чуть-чуть пройтись, чтобы была она более шелковистая и для ниток более дружелюбная. Вы видите, у меня поставлены номера ниточек. Дело в том, что я решила, вернее, даже не то, что решила, я нашла перенабор этого набора, да, как бы эта тавтология не звучала. Короче говоря, нашла перенабор для саги, буду вышивать я по кросс-стич саге. Поэтому никакие значки мне не нужны. Мне удобнее всего ориентироваться по номерам ниточек. То есть там в саге, вы знаете, нажимаешь на значок, и выходит сам значок и номер ниточек, который нужен. Вот там мне так удобнее пользоваться. Вы видели, на палетках, на неудобных палетках были разнесены ниточки, я их разнесла. Естественно, каких-то ниток не было нарезано. Честно говоря, логику я не совсем поняла. Фирма Анкор, какие-то нитки она порезала, какие-то нет. В общем, не знаю, неважно. Короче говоря, вот я все вот так вот организовала. Ниток получилось много, но вы понимаете, что это не все нитки. Ниток вот еще куча. Повторные мотки я пока не стала перематывать. Одиночные, которых вот вообще в нарезке не было, я, соответственно, перемотала на бобинки и отмотала, ну, пока по чуть-чуть. Ниточек там, ну, по кросс-стич саге примерно посмотрела, сколько нужно будет. Не стала забегать далеко вперед, по чуть-чуть намотала. Что с крейником? Крейник в безобразном виде находился на палетке. В общем, он весь запутанный был, пока я его вот отдельно сделала на... Даже не на бобинку, а... Сейчас покажу... Ну, то есть вот на такую штучку там с дырочкой, короче говоря, как обычную палетку я завязала его и вот так вот замотала, чтобы он у меня пока не путался. Крейник это у нас 0.32 Blending Filament, наш любимый, которым мы вышиваем снежок. И пока он будет у меня лежать, потому что он на самом деле не так, чтобы очень часто используется в этом процессе. Поэтому...
Все, вот эти ниточки у меня как лежат в запасах, ну, как всегда, ноженки, а в основном у меня будет использоваться вот эта вот палитра. Буду пользоваться, парковать сюда иголочки, и, в общем, в основном будет она в ходу. Пока не знаю, буду ли я завязывать косы, хвостики и так далее, пока вот, ну, скорее всего, конечно, косы заплету, но пока... Вот то, что есть. Палитра интересная, такая, видите, довольно яркая, как ни странно. Но на самом деле много вот таких вот темных цветов, коричневых много цветов. Ну, в общем, будем с вами вышивать и будем смотреть, каких цветов здесь много. И, как ни странно, мало вот этих вот синих, голубых и так далее цветов. Ну, конечно, я представляю, как мне здесь придется помучиться и с бэкстичем, и с 3/4 крестиком. Но все равно работа очень интересная, она такая настроенческая, красивая. Я думаю, я буду вышивать ее с удовольствием. Так что вот, в основном, конечно, моя организация была... Проблема в организации была организовать сами ниточки, а все остальное, как говорится, уже прикладывается. Тем более кросс-стич сага я там посмотрела, есть какие-то минимальные отличия. Буду первое время сверяться со схемой. Ну, в принципе, все значки, я имею в виду значки, конечно, естественно, отличаются, но все значки, все символы стоят на месте. То есть вот я бы так примерно посмотрела, все как надо, все 3/4 крестики соблюдены, все бленды соблюдены, но тут их всего два. То есть крейник там есть, а крейник обозначается там цветом вот 7001. Вот этот 7001 это у них крейник, я бы пока не стала навешивать. Ну и, собственно говоря, я не буду навешивать, потому что он и так уже бедный пострадал. А здесь он, представляете, как будет путаться постоянно, процесс не быстрый, поэтому будет он у меня жить отдельно. Так что вот, я сейчас начинаю, и, конечно же, в этом видео покажу свои первые продвижения и поделюсь, конечно же, своими первыми впечатлениями. Может быть, там как-то организация еще будет корректироваться в процессе вышивки, может быть, как-то вообще ее переделаю. Ну вот сейчас я пока показываю то, что есть. Все, мои дорогие, я пока с вами не прощаюсь, увидимся через некоторое время. Ну вот, я с вами повышивала я ровно один день, один, конечно, вышивальный день. Ну так, основательно он у меня был, вот что у меня получилось и что я поняла. Поняла, что здесь схема очень-очень легкая, по крайней мере, вот в этом уголке. И еще я поняла, что превью нам дали в обрезанном виде, то есть где-то на 20 клеточек нам превью обрезали, то есть в принципе, работа будет шире, чем она тут представлена. Может быть, даже в эту сторону. Ну, по крайней мере, вот здесь вот точно абсолютно обрезано превью. Сейчас все идет очень шустро. Ну, как шустро. Вот один вышивальный день, где-то 800 крестиков у меня вышито. Ну, как я уже сказала, довольно все просто. Просто до безобразия и даже немного скучно. Но ничего страшного. Я думаю, что это самая легкая часть, а дальше все пойдет уже намного сложнее. Организация моя осталась пока в прежнем виде. Всю канвушку сумела я подвернуть, так что вышиваю, пока никаких проблем у меня не возникает. Посмотрим, что будет дальше. Но об этом уже, конечно, вы узнаете в итоговом видео, потому что, опять же, наверное, по этой работе у меня отдельных видео не будет. Буду отчитываться вам уже за месяц по продвижениям. Ну, как обычно. А на этом я с вами прощаюсь. Была очень рада, что вы зашли ко мне в гости. До свидания. Увидимся в следующем видео.